Добрый день, коллеги. Надеюсь, меня видно и слышно хорошо. Сегодня мы продолжаем наши открытые эфиры. С вами Турибаев Дастан Арестанович, преподаватель Международной педагогической академии дошкольного образования. Мы сегодня отправимся с вами в путешествие. Путешествие по нашей планете Земля. И познакомимся с такими пособиями, которые называются «Мой объемный атлас. Города и миры». Мир. Ссылочку может сразу администратор отправить вам, кому будет интересно. Но чем же интересны данные пособия? Например, вот мой... Чем же отличаются города друг от друга? И на самом деле это так. Даже в одной стране 10 городов будут отличаться друг от друга своей атмосферой, своей культурой. И даже люди там немного будут какие-то другие. Ну, не будут схожи друг с другом, например, там с Новосибирска человек и с Самары. Ну, чем-то они отличаются, потому что отличительная черта – это город, в котором они проживают. И это на самом деле так. Книжка будет как раз-таки говорить вам о том, какие же достопримечательности здесь присущи, какие здесь стили присутствуют в городах и многое другое. Но я очень хорошо осведомлен о другом пособии. Данные пособия присутствуют у меня дома. Я с ним хорошо ознакомился. Чем же оно вам может понравиться? Во-первых, расширение. Кругозора о нашей планете Земля. Здесь нас сразу на первой странице можно увидеть нашу планету. Нашу круглую планету, все-все-все. Все здесь охватывает различные содержания, и постройки, и животные, и моря, и океаны, и горы, и много. И многое другое. Но как это все называется, не каждому можно узнать, не каждый знает об этом. Давайте откроем вот первую страницу. Здесь у нас представлена карта мира. Карта мира, наши континенты. Все мы знаем, сколько у нас континентов. 6, да? И данное пособие... Как раз таки рассказывает о каждом континенте по-своему. Если вы, наверное, поняли, объемный атлас мира будет говорить вам о том, что в пособии будут... такие развернутые представления. Например, на первой странице здесь представлены книжечки-окошечки. Каждый континент отличается... своей особенностью. Например, вот откроем тайга.
Тайга у нас в России присутствует, да? Именно на континенте Евразия. Здесь описание. Здесь медведь живет. Тайга в основном состоит из хвойных вечно зеленых деревьев, которые сохраняют свою листву на протяжении всего года. Вот такие окошечки интересные. Да? Это первая страница, в которой ребенок может познакомиться. Кстати, пособие рекомендовано детям старшего дошкольного возраста и младшего школы. Школьного возраста. Поэтому можно будет рекомендовать сразу детям. И здесь даже можно не ознакомливаться одному ребенку, а именно с родителями. Потому что многие вещи необходимо будет ему показывать. Вот это вот, например, значок говорит о том, что здесь присутствуют флаги каждой страны. Квадратные обозначения будут означать столицу этой страны. Круглые другие города. Здесь самое о планете Земля. Например, возраст Земли 4,5 миллиарда лет. Столько нам и представить невозможно, так как нам всего, ну, человеку на самом деле 2 миллиона лет. И многое-многое другое о континентах. Но уже давайте перейдем к каждому континенту. Ну, по очереди попробуем проверить. Давайте, вот так они открываются. Очень красиво. Меня тоже это немного поразило вначале. Да, и здесь вот иногда вот поправлять можно. Вот объемные места. Да, вот можно увидеть. Дети будут в восторге. Например, о том, что сейчас на школе семи гномов скидка представлена 25% по промокоду МПАДА. Администратор, пожалуйста, ссылочку на пособие и на промокод, пожалуйста.